17 марта 2020 года в 5 часов 50 минут из-за поступления талых вод в реку Кылшакты произошел перелив через дорожное полотно автомобильного моста по улице Ашимова. Обвалование русла реки, а также автомобильной дороги по ширине проезжей части было проведено заблаговременно, в связи с чем вода, перебегая через дорожное полотно, попадает в свое же русло. Растекания нет, насыпная дамба выполняет свою функцию, сдерживает данные потоки воды. Производится подкрепление данной дамбы. Работает техника местных исполнительных органов. Подводится материал инертный на накопитель. Угрозы подтопления жилых домов, социальных объектов в данный момент не имеется.